В Сурском районе сняли карантин по африканской чуме свиней. Месяц назад заболевание подтвердилось у животных из села Лава. Позже стало известно еще об одном очаге заражения в селе Сара. В муниципалитете незамедлительно был введен режим повышенной готовности и по указу губернатора наложен карантин. Специалистам удалось ликвидировать эпизоотический очаг и инфицированные объекты. Путем сжигания уничтожено 197 зараженных трупов животных, а также останки свиней и кабана, обнаруженные в лесном массиве. Кроме того, разобраны и уничтожены деревянные конструкции животноводческих строений и проведена дезинфекция. В угрожаемой зоне у жителей сел Лава, Белый Ключ, поселка Элиты и рабочего поселка Сурское изъято 180 животных. Глава региона поручил ответственным лицам проконтролировать вопрос выделения компенсаций для выплат владельцам животных, изъятых при ликвидации очагов заболевания, разведение и торговля свиньями, реализация мяса свинины, вывоз кормов без термической обработки за пределы Сурского района запрещены до принятия специальных решений.